Лучшие танцевальные коллективы района на одной сцене. В клубе «Выборгская сторона» прошел традиционный конкурс «Грация Пари». В этот раз на сцену вышло 19 коллективов. Это в два раза меньше, чем в прошлом году. Теперь артисты проходят отбор. Из 40 претендентов до концерта допустили только половину. Так считают организаторы, концерт не растягивается на весь день, да и жюри удобнее работать. Это здорово, когда дети участвуют в конкурсе. Они могут показать свои умения, педагоги могут показать то, что они делают. А мы обязаны их поддерживать. Конкурсы нужны. Мы будем всегда этим заниматься. Оценивают не только технику, но и соответствие тематике, костюмы и колорит. Среди номеров есть и татарские, и казахские, и башкирские танцы. Фестиваль «Грация Пари» проходит уже пятый раз, и количество участников даже из района постоянно растет. А в следующем году организаторы планируют пригласить на конкурс коллективы со всего города.